бачимо, коли от дуже така гостра фаза конфлікту була в Ірані, ми бачимо збитий літак. Але ми бачимо теж, наприклад, сумнозвісну історію з MH17, коли теж була гостра фаза конфлікту, і Україні було вигідно, щоб фокус міжнародної уваги змістився до Росії. І таким чином ми бачимо, тобто, дуже такі схожі події. Вам не здається, що коли от така ескалація дуже така серйозна йде, то такі події, як я так розумію, що, мабуть, можна сказати, що заплановані, чи що? Ну, з вашої точки зору, я не погоджуюсь, що це схожі події. То ви б не стали проводити паралель? Я не проводжу, насправді, тут паралель. Хоча, з точки зору використання ситуації збитим українським літаком в американській політиці, тут є один нюанс, тому що, по суті, Трамп тим самим намагається зараз закрити для себе історію Сулеймані, яка не сприймається, вбивством Сулеймані, яка не сприймається в американському суспільстві як виключно розумний, позитивний крок. Нещодавно бачив опитування, яке на замовлення телеканалу ABC проводили в Сполучених Америки з приводу, як американці сприймають, чи це покращило безпеку. То 52% сказали, що навпаки погіршило безпеку. 52% опитаних. А це якраз, скоріш за все, люди, які в більшу міру, ну, частина з них точно голосувала за Дональда Трампа. Тобто вони не сприйняли його таке рішення, знаєте, як палкою додатково ще накручувати ситуацію. Ремарку я хотів би дати по поводу зв'язку. Зв'язку на самому-то ділі існує між Боїнгом, який був підбит в Ірані, і тим Боїнгом, який уронили на Донбасі. Тому що в любом случае это возможность в будущем вернуться к теме малазийского Боинга, как раз вот в неблагоприятном для той власти, которая была на тот момент в стране. И это один из аргументов, кстати, возможно, борьбы Трампа с демократами на выборах президентских. Потому что именно представители демократической партии как раз крували на тот момент украинским правительством, руководством Украины. Что же касается той ситуации, которая сложилась непосредственно в Иране, то давайте не будем забывать несколько нюансов, несколько моментов, которые могут, в принципе, в какой-то степени даже дать общую картину реального происходящего на тот момент вот на этой территории. Все началось с убийства Сулеймани, в принципе, так? Если бы этого не произошло, то и конфронтации как таковой в Иране бы не, между Ираном и Соединенными Штатами не состоялось бы. Почему? Она и до этого была. Смотрите, но мы это говорим же о горячей фазе, потому что это в любом случае как бы именно это и есть конфронтация. То, что там, будем так, на дипломатической почве, либо пикировки какие-то взаимные между руководителями, там, либо администрациями, это один вариант. А когда идет уже обстрел, пусть даже по договорнику, потому что очень многие склоняются к тому, что все-таки это была договоренность определенная. Потому что, допустим, на мой взгляд, и есть определенная информация, что Сулеймани, он представлял как раз вот то крыло, которое не собиралось идти на договоренности определенные с Соединенными Штатами, по иранской ядерной сделке, раз, по той ситуации, которая сейчас американцы испытывают, ну, то, что Трамп изолионист, да, в принципе, да, его задача вывести все-таки контингент вооруженный американский с территории Ирана, и Ирака, вернее, для того, чтобы можно было все-таки показать своим избирателям, что вот я выполняю свои обещания, я возвращаю наших солдат. Но, по домой. Сути, сейчас, получается, он не сможет его вывести, потому что сейчас, вся эта история привела, вот мы слышим, да, к тому, сейчас, что когда Ирак стал об этом ставить сейчас вопрос... Сейчас эта история как раз подводит к тому, что Иран становится более сговорчивый. Например, у меня есть предположение такое, что в принципе Сулеймани это как предлог для того, чтобы начать мирные переговоры в дальнейшем, после того, как украинский самолет был сбит. Потому что Сулеймани не устраивает определенные слои правящие и в Иране. Это общеизвестный факт. И его могли просто-напросто сдать на заклание для того, чтобы разыграть вот эту комбинацию с взаимными ни к чему не приведшими обстрелами. И в итоге пострадал украинский самолет абсолютно не случайно, потому что очень многие факторы указывают на то, что, ну,
Это не случайная вещь абсолютно. И съемка непонятного очевидца, и есть определенная информация о том, что, возможно, этот самолет и изменял траекторию движения своего, потому что очень много пока вопросов в этом плане, но, тем не менее, есть предположение такое, что все это было собрано, разыграно для того, чтобы сейчас вот конфликт как таковой, он погашен именно этой трагедией. Ну, заметьте, внутри Ирана самого нет. И сейчас. Внутри Ирана это же не так. Потому что как раз смерть Сулеймани, она наоборот сыграла консолидирующую роль, да, вокруг, ну вот если мы вспомним все эти митинги. Иран более готов к переговорам с Белым домом и даже с Евросоюзом, а я думаю, сюда еще и Российская Федерация подключится как посредник, для того, чтобы возобновить конструктивный диалог по иранской сделке. Потому что один из ключевых противников этого, ну будем так, уступок Ирана на сегодняшний день ликвидирован, это Сулеймани.